Всем привет, ребят, с вами я, Майнек. Сегодня покажу, как построить портал в Эндермир и прикольную фичу, как построить портал в ад. Но перед началом не забывайте подписываться на этот канал Майнек, ставить лайк на это видео. Таким образом, мне очень-очень сильно помогаете развиваться в дальнейшем и очень сильно мотивируете меня снимать дальше и лучше. Также пиши свой комментарий внизу под видео, я абсолютно все комментарии читаю, и понравившийся мне комментарий я лайкаю, либо отвечаю на ваши вопросы. Также предлагайте следующие идеи для видео, если мне оно понравится, следующее видео будет про вашу идею. Но мы долго не будем затягивать, подписывайтесь, ставьте лайки, а мы погнали. Итак, конечно же, для начала берем, вот сюда вот заходим и пишем сейчас Эндермир. Портал Вент, берем вот это, и именно око Эндер, не вот этот, а вот этот, потому что смотрите разницу. Давайте покажу. Итак, давайте, вот ставим портал, и если мы поставим вот это, то мы просто телепортируемся к нему. Если поставим вот это, то оно уже поставится. Итак, давайте уже строить так. Вот это вот нам вообще не надо. Так, давайте вот так вот ставим, вот так вот ставим. Кстати, смотрите, нужно ставить именно вот на себя, вот вы смотрите. Если поставить в бок, то, как видите, смотрите, она уже уходит в бок. Ну, сейчас покажу. Так вот, строим, например. Строим. Вот так. Вот, давайте уже будем вставлять. Так, раз, два, три поставили. Раз, два, три. Вот, как видите, она в бок смотрит. Это уже не сработает. Так, все, видите, в бок смотрит. И, например, если даже вы в ту сторону сделаете, то это тоже не получится. Только нужно делать на себя. Вот таким вот образом. Только на себя. Куда вы смотрите. Кстати, можно вот эти штуки уже убирать. Вот. Их можно убрать. И вот эти штуки тоже можно убирать. И тогда возьмем булыжник, например, какой-нибудь. И сделаем по красоте. Вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. И вот так вот, смотрите, как вы видите, вот сюда вот можно запрыгнуть, это будет работать. Офигеть, как же там красиво, вот просто посмотрите. Да, очень красиво. Ну, в принципе, вот, очень легко делать портал. Давайте еще раз покажу, смотришь именно на тебя, вот так вот можно еще взлететь. Но не в другую сторону, только на себя. И вот так вот ставим око Эндера. Вот таким вот образом. Все, отлично. Легко-легко построить. Вот. И вот так вот получается отлично. Итак, давайте тогда теперь пойду покажу вам, как сделать портал в ад. С одной фичи прикольной. Так, берем обсидиан. Обсидиан. Потом берем огниво. Огниво. Все. Теперь, вот смотрите, раз, два, три. Вот так, раз, два, три. Ну, в принципе, как строим обычный портал. Все то же самое, в принципе, вот. Но, если вы хотите сэкономить 4 обсидианных блока, вы можете взять булыжник и вот тут вот их сломать. Даже вы можете не ставить, в принципе. Вот, давайте покажу на примере. Например, ставим раз, два, ставим. Потом раз, два, три, ставим. Раз, два, три. И ставим опять, и вообще все отлично. Вот так вот красиво получается. Зажигаем, и как видите, все работает. Это тоже зажигаем, и как видите, два портала работают. Ничего сложного, в принципе. Вот я показал, как делать прикольную фичу с порталами в ад, и как легко сделать вот этот вот портал в Эндермир. Очень все легко, очень все легко. Вот так, в этом видео нам понравилась только зажигалка, обсидиан, булыжник для красоты, естественно, и портал Вент и око Эндера. В принципе, ничего сложного, а если вам помог, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. Ну, с вами был я, Майнек, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.